Нет, все с той стороны, Андрюшенька, все с той стороны, пожалуйста. Так, да, четверка, ноги. Что данные сделаем? Какое упражнение? На ноги. С ногами все нормально? Не болят, все хорошо. Но, значит, так, там, 15, 12, 5. Опять. Берешь гантели отсюда, приседаешь, руки вперед. 15, 12 и 5. Ноги. Приседания. Так, пресс. На перекладе не умеешь делать ноги поднимать? Можешь. Вот если максимально примерно, сколько ты можешь поднять? 10 раз, да? Ой, я знаешь, что подумал в свое время? Да он не понял, наверное, что. Если ты перекладины, поднимаешь ноги перекладины. Я тебе расскажу, сколько, и потом. 10 раз, да? Больше не можешь. Могу. Можешь. Хорошо, тогда перекладина. 5 подходов, по 10 раз. 12 раз. 12 раз. Это пресс. Так, смотри. Здесь. И еще отжимание. Отжимание вот на эти. Да? 6-е упражнение. Вот это. Так, сколько? 5 подходов по... 15. 15? Мало? 15. Точно. Не знаю. Давно не делал. Давай по 20 раз. Хорошо. 20 раз. У тебя есть ко мне. Так. Разогрелись. Шпагат не вижу. Пацаны, майки ногами, шпагат. Подъемный рук. Да. Дальше ложишься. Маленький. Большой вес. Средний и маленький. Вот там есть две диви, две гантели. Смотри, 18 раз это маленьким, 12 раз со средним и 5 раз больших. Там две больших, 2 или 3 таких. Вот и 2 или 3 таких. Это на полу то же самое, да? Это на грудь. Теперь развод рук делаешь. Взял, сделал раз, потом другой вес и другой вес. Канат 7 раз. Ты можешь сделать так. 7 раз. Здесь это у нас приседание. Можешь выбрать любые приседания, можешь выпрыгивание. Обычные приседания. Сколько? 30. 5 подходов по 30? Можешь? Не, мне. Значит, по 25. 5 подходов по 25. Так, честно. Пресс. 5 отходов по 10. По 10. По 8. По 8 раз. По 8 раз. Если будет очень легко, возьмешь, сделай чуть больше. Если будет очень сложно, сделаешь поменьше. И отжимание. 5 раз по 20 идет, да? Хорошо. Шпагат, встали. Не вижу, встали. На, держи. Сейчас, подожди, они уйдут, чтобы я тебя... Шпагат. Из-за вашего шпагата дела у меня такие судороги были. Я после нагрузки. Давайте стоим. Ты тоже становишься, тоже. Такие судороги после нагрузки, блин. 2 часа я чуть не родил 3 раза. Нет, честно. Эй, я 2,5 часа встать не мог. Пошевелиться не мог. Хорошо был телефон, говорю, Юр, я не могу просто. Я не буду сидеть. Но есть таблетки, называются антикричал. Да. Они снимают тут же. Тут же снимают. Если бы не они, я бы, наверное, уже 4 раза, наверное, лежал дома по 2-3 часа. Блин. Вообще, вот не этот, не здесь, а вот тут внутри. Все, пожалуйста, Денис, Сырбу туда. Левию Боля. Туда. А ты, ты будешь здесь делать. Геска, Андрюха, туда. Так,
Подождите, сейчас я поставлю камеры, чтобы все видел. Так. Если можно, так, чтобы их не закрывать. Да, где-то здесь. Так. Сейчас, одну секундочку. Вы готовы? Сейчас, одну. И через плечо, помните, я вам говорил, в левую сторону 30 раз, а всего у вас должно быть 50, у каждого 50 бросков. Ой. Все, пошли, отжимы. У каждого 50 бросков. Нет, через спину. Стоп. Колени раскрыты. Стоп, не боремся. Берем правой рукой. И в эту сторону. В сторону правой руки бросок через спину с колен. 30 и 30. И еще по 20 бросков остается. Любой. Ливин, напомни фамилию. Романюк, все. Пойдем, пойдем. Вот это все, ну. Да, ну, что,
Научиться делать через пивом с колен. Захват. Раз.
два, присесть, четко, пункт и бросочек, чтобы они просто правильно делали. Много, а правильно делали. Так. Собрали. Значит, готовы? Так, в парк. Без бросков. Стой. Ну вот вы пришли на соревнования, парк или вот так почти не работает. Здесь просто аккуратно. Нервай, захват, все, будет внимательно. Так же. Андрюха, ты пока с ним разогреваешься. Давай, давай разогревайся. Да. Оля. Куку-руку. Ты ему просто скажи и все, ты качаешься, а он пусть разогревается. Хорошо. Почти не качаешься. Да, да, да. Мало. Все, 3 секунды стоишь. Ходи, Коля, ходи. Да, вот. Все стороны обойти, пожалуйста. Иди сюда. Никите. Никита, разминай данные. Да. Становитесь вот сюда. Тут запись идет, там запись. Сюда. Вот здесь. Все, вот здесь разминаешь его вот так. Ноги поднимаешь. Чем дольше дольше будет с ним бороться, он будет стоять как мне. Сейчас пустой приятный. Вот сюда потом. Раз подсечь. Вот. Ты же борешься. Раз ему сюда показал, вот выглядывается, ты ему оп сюда залез. Да? Показал раз сюда, ты показал раз, раз, развернулся, оп, чуть вперед. Что ты делаешь? Ага, без окна, медленно. У нас вот там. Варианта по осталось мешки. Давай. Давай, гибай. Сейчас без вас. Я просто сделал. Нет, просто я не знаю. Он мог бы. Мои